Вкусно готовить для семьи Азиза Тажибаева – привычка с детства. Свое первое блюдо он приготовил под руководством отца и понял, ему нравится колдовать на кухне. Династия «По-вкусному готовить» уже более 10 лет радует замечательными блюдами Ленин с кузнечан. Повара у нас очень хорошие, друзья, родственники, хорошие, дружные коллеги у нас. Есть лагман жареный, есть жидкий, уйгурский, гуры лагман, узбекский лагман. И у нас есть шурпа, баранина, говядина. Есть национальное блюдо чучвара. Чучвара, то есть это пельмени домашние, в бульоне. Она очень вкусная. У нас популярное блюдо самое, вот это, курдак на горячей сковородке. Посетителей за день здесь не меньше 300 человек. Угодить каждому – непростая задача, с которой повара замзама справляются на ура. Постоянно покупателей много у нас. Вы уже знаете, что кто предпочитает? Конечно. Когда идет уже, мы понимаем, что они хотят. Да, с душой надо приготовить. Прям с душой. Мы же люди кормим, правильно? Надо в душе надо готовить. Надо готовить как будто для себя и для своих детей. Или для своих родителей надо готовить. Любим готовить, чтобы каждый день, чтобы новые блюда. У человека, если есть желание вот к работе, у него все получится. И первое, и второе блюдо. Хоть что готовить у него... Отлично, как это получается. Мы будем рады, когда человек придет и отсюда довольный уходит. Вот. Сытый и довольный. Вот. Это вот смысл работы. Приятная атмосфера, хороший хозяин. Тем более рядом с работой, это вообще комфортно, удобно. Все вкусненько. Вкусно? Да, вкусно, вкусно. Что вы чаще всего заказываете? Лагман и сезам. Почему такое предпочтение? Самое вкусное. В городе самое вкусное заведение. Проявить свое кулинарное мастерство команде «Чайханы Замзам» удалось и на международном уровне. На 3-м шахтерском и 23-м международном федеральном Сабантуе коллектив стал победителем в кулинарном поединке по приготовлению блюда татарской кухни. На конкурсе мы плов узбекский национальный готовили, под ташкентским рецептом готовили. То есть специальный рис туда узбекистанский, лазер называется, добавили. Из барайна готовили. Успех любой профессиональной работы зависит от команды, которая должна быть сильной, дружной и трудолюбивой, считает основатель Чайханы. Анна Шуркова, Павел Желтиков, РИА Ленинск.